Окей? Сейчас выпьем чуть-чуть. Десять. Иди два круга. Боком. 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 Десять раз каждый сторону. Пинаться. Давай. И сюда. Окей? Поехали. Два круга. Пинаться. Я уже сделал, ты не видно просто. Давай. Да и ты уже три раза делал. Ну три раза и все. Три. Да и делай его. Все. Пойдем. Два круга нет? Харь, иди три раза сделай. Тогда сейчас земли бьем. А в одну сторону? В обе стороны, вправо-влево. А, с каждой точки право-лево делаем? Да, право-влево, право-влево. Тоже по три в каждых ворот. Да, чтобы мы в одно это упражнение делаем. Что, на высоте удобный? Да, право-лево. Спокойно, да. Да, спокойно, встал в другую. И на мяч смотрите, а ребят. Какую? А? Нет, здесь да. Ножки нагружаются, здесь еще начинается. У него просто материал, у него материал здесь. У нас латекс, а у него... Мотик? Да, да. А вот это чёрное. Да. Как себе? Нормально. Как себе? Ножки побегают и спарят правильные вещи. Просто ради падения. Очень хорошо. Ара за каждый! Ну, покати мне такую! Ара за каждый! Там молодой. Еще один оттуда сюда идет. Макс, кого-нибудь пошли сюда. Молодого. Два, три, четыре, пять. Опять. На броске забирать. На спину головой к тому полю ложитесь. Да. Ап! Да. Ну да, пошире может. Ап! Ап! Отлично. Савельич хорошо бросал мотик? Качественно. Все поле вспухал. Приучался. Думал, отовсюду пару уже. Надо выйти в ворота будет. Не знаю. А где? А вот же мужики здесь, значит. Идет, да, от этих? От всего тебя идет. От всего. Заряжен. От тебя не идет. Пар. У него изо рта. Видно, кто работал, кто нет. Ну, нет, у него изо рта, Илюха изнутри. Потому что паровоз. Потому что готов к работе.
Ты было. Ты не готов. От быков. Смотри, единственный, кто работал, весь грязный. А от быков вам не идет? От быков. Из, ну, полностью идет, поэтому от меня тоже идет. От видишь? Быков, видишь, как идет? От ног от идет. От паровоза понятно, от быков ты что? Ну, кто работал, да? Кто халяет. Это про вот парень не знает, что вот сказал. Именно. Вот это вот ловит мячики. От... Конечно, это... Я думаю, нормально. Пар идет. Самое главное, не замерзнет. Откуда пар нельзя, даже видишь? Сегодня погода теплее, чем вчера. Вчера ветер. Из-за солнца, да. Ветер холодный. Ветер. Солнце хорошее. Ребят, треугольничек метров 12-14. Давайте. Школа, немного школы. Каждый день школа. Каждый день. Ну, это опыт называется. Примерно. Давайте поработаем. Равносторонний треугольник. Это я тебе должен передачу поработать. Школа каждый день, ребята. Каждый день школа. Сейчас просто необходимо. Далеч. Здесь будет народа. Удар много. Может. Нам надо меняться, да. Да? Я поэтому... Не залить, потом умер. Не хотел ты? Узнать по времени. Чтобы вратари меня. Будет 10 минут, но для их будет интенсивно, очень. 5 минут у меня. Окей? Okay. Еще! Бум! Тирай на лавку! Давай, волчара! И последнее, крыльцо, поверните! Давай, давай! Я тебе позаканую. Я есть. Леша, дай мне шить, Все. Не-не-не-не-не-не-не-не. Вань, свой, подожди, свистка не было, Вань. Я пошел. А будем штрафные бить на вылет? Да-да-да. Давай. Еще в один угол, да? Середину не бей, Саш, середину не бей. Свистка не было. Хороший, Люк, хорош. Да, это Люк. Это майнбрейкер называется вот этот. Зачем это? Видишь, как сработал, да? А сейчас бы он бил свой угол и забил. Правильно, Саня? Взял, поменял угол, а мы его там ждали. Мяч. Ооо, это все, что ли? Нет, его не надо мяч. Разминировал себе. Да, да, смотрел. Да. В угол главное попасть. Вот где-то я это не где-то... Матчи с Ростовом. Вчера. С Никитой. Вчера это было. Когда Жоржини не забил. Он Никите так не забил, не дедил на кулу. Сколько болит? Ну все, пеняю сейчас. Максим, что я хотел чуть-чуть поднять. Когда быстро двигаешься, вратарищик дальше. Шесток. Ну да. Два касания. Два касания. Вот так вот. Это голевую отдать. Да. Чтоб два очка было, понял? Нигма, ну все, твой клиент. Все, поэтому, говорит, у него 10-14 матчей. Это очень хороший удар, это очень сложно взять. Даже угадаешь. Даже угадаешь. Я не умею. Да, Вань, ты знал все.
Я сначала просто не вот это нормально начало так бить. Иногда так, иногда так. Надо повторение. Это прям надо в угол попадать. Ну сейчас да, если не в угол, то не знаю. Чуть-чуть по центру и все. Ну вот такая, да, тема тоже как бы. И хорошо, сейчас, как бы в моменте можно его обложить. Вань, ты что-то это? Да там я вверх бью. Я туда если бью, то вверх. А что ты не смотришь, Илья? Да сейчас так решил. Ты всегда смотришь, как раньше во дворе пацаны били, я не поймешь, куда он. Мы все время смотрел себе раньше. Федя, что, спал? Если не забиваешь, уходишь? Да. Со сборной. Домой, чао. Почему? Давай, не забивал, не забил, ушел, да? Правило. Вовремя выиграл. С меня сильный, значит. Че, все руки пробил вратарю Серега, блядь. Честно, мне так это не показалось, что он это отбил, уже туда улетел. Не пробил, я не успел. А, ты не успел? Не успел, да. Удар сумасшедший. Плотник. Я пробил, да? Там вот такие чёрты летит у меня. Но это я не выбрал к тебе. Я сейчас тоже знаю, куда будет двигаться. Сережа, ты не любишь, пожалуйста. Нет, почему? Давай. Блять, ты чё не... О, хороший! Конечно! Сами попросили заканчивать. Конечно, ну а как ты, блядь? Да даже если ты с верхом просто сильно пробьешь, то он не отобьется. Не сильно, просто подсечка. Не прям подсечка, но просто. Пищу для веяния. За линию вроде. За линию отбил. Есть пара. Да. Я уже расслабился просто, да? Думал, все. Запасил бы. Крота дал. Тоже перебить, два касания. Не, крота дал. Бокса не призывают. Туда. Хорош, видишь? Я не хотел туда же бить. Да. А я забил. Серый. Тот не забил, продолжаю. Хитрый сам, тот не разбил. Свисток. Подожди, Серёжа, не меняй. Все, хорошо. Туда же, Серёжа, туда же. Серёжа! Я думал поменять. Думал меня будет бить. Думал поменять, Серёжа сейчас. Свисток. А ты что, меняем? Так. Свисток. Ну, ярко выражен, Миша. Ты говоришь, куда ты? Хорошо. Сота удобно. Короче, там когда вылез начал, я забил. Удобно? Так а что ж не взял ты? Был бы вратарь, нормальный взял. Ай, сильно. Не, ну такая высота. Тоже удобно? Не, уже когда он уже вышел. Ну то есть вот на это удобно. Да, ты свистнешь, да? Вот видишь, там была сетка. Почему там на этой высоте? Это вратаря удобно. Хорош, Зигба.
А? Умничка. Не было? Не было, не было. Ты прекрасно, отбьем туда улетел. Жек, ну ты угол не будешь менять, потому что левша ярко выражена. Ну сейчас снизу. Просто в угол, ну просто в угол для себя, угол для себя. Свисток. Сейчас снизу будет бить. Денег нет. Поменять надо, Жек. Здорово. Ты меня сбил, я хотел поменять. Сумел. Раз в один угол. Главное сбить человека, если подобьет, что-то говорит. Иногда можно и пить. Очень здорово говорить, да. Стой, 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 Сир, пускай не было. Давай. Ты куда торопишься? Антох, он первого не забил. Нет, да. Сразу будет. Куда он пробил, там штанга рядом уже, да? Вот сейчас штангу может пробить. А если выше, то перекладину, да, Саша? Выше. Ой, здорово. Жоржини, он не дает покоя. Жоржини, да. Хороший, да, сейчас. Спасибо, ребят. Спасибо. Нормально? Нормально? Да, да, да. Спасибо. Там все забил Антоха. Я тебе говорил, да? Жек, нормальный вратарь встал, забил сразу. Да? Иди, можно еще одну фотографию? Смотрим, да, в этот манеж? Где же ваш брат? В Италии. В Италии? Я он же там играет. Я за вашего брата FIFA играл. Да? Я ему обязательно передам привет. Давай, будь. Вот так пройдем, да? Ты хочешь? Пойдем. Давай. А он, наверное, уже ушел, мне кажется. А вон он Сафонов, не Сафонов идет включать? Все. А где ваш брат играет? В Аталанте. Латон, Латон, будешь фоткать? Я их заправляю, говорит, они неудобные. Время прям в полете, нет? Я думаю, разгон тоже считается, типа, как это цель. Ну да, ну а что там разгон, разгон это? Ну... 30, сколько секунд? 10 секунд. Ну, блин, ну относительно, да. Ну, в форсаже, например, час разгон. Да, полоса бесконечная. Да, у них считалось. Ее докладывали еще. Сафонов. Лантратор. Спасибо. Лантратор. Вот он. Спасибо. Пожалуйста. Андрюх, держи. Еще. Так, Харик. Хлебцов. Спасибо. Так. Уроки пикапасера от Далера Гуляева. Ты можешь сделать? Я же сделала. Да вы можете пробить. Ну ладно, ладно, не будем вас смущать. Да и круассан будешь? Нет, конечно. Или тебе хватает? Нет, уже? Конечно. А во Франции? Париж. Не француз какой-то. Ты камеру еще прям к лицу поставь ко мне, еще ближе. Смотри, мы далеко. Далеко, далеко, далеко.
победы. И мы желаем вам победы. И по доброй русской традиции преподносим вам хлеб и соль, символ мира, добра и гостеприимства. Спасите наш хлеб и соль. Спасибо. Хорошо, спасибо. Отлично. Спасибо. Все, супер.